томат Aftershock среднеспелый, высокоурожайный сорт, куст штамбовый, высотой 90-130 см, крепкий, но нуждается в опоре. Не требует посынкования. Листья темно-зеленые, картофельного типа. Плоды округлые, гладкие, без ребер, массы 60-80 грамм. Окраска зрелых плодов экзотическая, на золотисто-зеленом, оливково-зеленом фоне расположены оранжевые, красно-коричневые полосы и штрихи. Окраска мякоти оливково-зеленая с красно-коричневым рисунком, в сердцевине малиново-розовое пятно. Имеет насыщенный фруктово-сладкий вкус. Семенных камер 4-5, сорт среднеспелый универсального назначения. Для получения хорошего урожая высаживайте не более 2-3 растений на квадратном метре. Подходит для выращивания, как в открытом, так и в закрытом грунте, а также для выращивания в контейнерах.